Итак, всем прям и до доброго времени суток, это канал Лазит Дмитрия, то есть ленивого меня. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствовать тебе не сложно, а мне приятно, мне поддержка, мне мотивация, ну, в общем, вы это все и так прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать, и, как видите, наш Аладдин, как и я, скучая, потягиваясь, кидается яблочками, позевывает в опасной пещере, в которой происходит апокалипсис. Ну, естественно, мы долго отдыхать не дадим. Все это случилось, потому что кто-то не может держать свои ручки загребущие. Так сказать, подальше от всевозможных кристаллов драгоценных. Это, если кто не понял, я сейчас про Абу. Вот тут, кстати, ой, интересный момент. Здесь или не здесь? Ну-ка сейчас. Нет, не здесь. Ой. Ну тут, ладно, не жалко. А, вот здесь вот. Опа. Кстати, интересный факт, что вот на Сеге пропрыгать мимо этого кристалла у меня получалось. А вот, ну, здесь вот, на компе, он всегда за него цепляется. А, вовсе не обязательно брать вот эти кристаллы в процессе убегания. Можно потом просто вернуться назад. То есть, как бы, не хотите рисковать, ничего страшного. Тут тоже можно задержаться. А вот тут ловушка. Смотрите. Видите, какой момент интересный? Видите, здесь кончается. И вот если ты первый раз бежишь, ты можешь не заметить. А, то есть вот ты такой, типа, ай-яй-яй, с тобой камень, ты такой, ой, кончается. Опа! И привет. И улетел. То есть, а на самом деле, то надо чуть дальше пробежать, но вот, когда первый раз проходишь, можно не заметить эту приступочку, ну и, соответственно, того. Угробится. Благополучно. О, кстати... Сейчас смогу, не смогу. Блин. А, вот смог. А, сейчас, вот надо как-то упасть вниз, я вот только не помню куда. О, упел. Блин. Ага, получилось. Тут просто я говорю, вниз надо правильно рухнуть и. Ну, о, голову бьюсь. Так, вот тут. Ой. Блин. Где она? Да ну что ты тупишь-то, бляха-муха, э? Так. Вот тут я не помню, надо ли мне идти наверх. Нет, не надо. Спаси. Или надо пропустить этот камень и потом идти наверх. Сейчас, подождите, я просто... Подождите, нет, ну я просто реально не помню. Нет, там, видимо, ничего нету. А, ну то есть в любом случае падает. Ну, значит, не надо. Так, раз. Всплеск. Под всплески лава лучше не падать, она сбивает прыжок. Ау, ау, блин. А, вот тут назад можно вернуться. Все-все-все вспомнил. Да, вот тут мы спокойно все это собираем. А здесь, соответственно, вот он падает. Угу, все-все-все. Ну ладно. Как это хорошо, что вспомнил. Так, а вот здесь тесный момент. Уф, прыжок. Остальные сердца не берем, потому что иначе он может нас того. Опа! Убежали. Мы молодец. Зайдет. Почти без перезапусков. Рак Райт. Ну, это миссия по убеганию. Она тоже не слишком длинная, но все равно. Один раунд. Пауза. Да-да. Убегать мы будем от большой-большой волны лавы в следующий раз. Спасибо, Windows. Опять ты мне выдал это системное сообщение. Как же ты надоело, а именно в момент записи. Ну ладно, вам не забыть его потом потерять. Ой, блин. Так, ну ладно, что, да, действительно, от волны будем бегать в следующий раз, как обычно. Так что, плейлисты поддержки канала в описании под видео. Всех, кто посмотрел и досмотрел, крепко обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушку, чмокаю в щечку.
Увидимся в следующей серии. 16 бит Forever, один замечательный. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Как-то так.